Всем здравствуйте! Сегодня на обзоре хочу показать наш советский фарфор от производителя Дулёва. Фарфор, который возвращает нас в детство нашего любимого отечественного производителя. К заводу Дулёва я отношусь очень трепетно и с большим уважением. Представлены предметы до 1500 рублей. Такие изделия прекрасно подойдут для каждодневного использования. Набор из 6 тарелок. Плоских 24 сантиметра. Изображение любимого мейсонского букета. И здесь разбросанные голубые букетики по бортикам. Золочение. Все в идеальной сохранности. Такие тарелки в полной комплектации. Их 6 штук. Состояние у них идеальное. Здесь штампель «Сокол». И клеймо такое ставилось после 68 года. 6 тарелок в идеальном состоянии, без сколов и трещин. Они и вправду прекрасные, тем более с таким мейсонским букетом и такого размера встречаются не так часто. Цена за тарелочку 350 рублей. Поэтому, если вас заинтересовало, то пишите мне на WhatsApp. Такие 4 чашечки, они без блюдец, но просто посмотрите на эту прекрасную форму. Они на такой юбочке. Эту форму у Дулёва я еще не встречала. У нас были небольшие предметы из этого набора, и они поехали к моей прекрасной подписчице. 4 такие чашечки. Обратите внимание на ручку. Она, конечно, великолепная. Фарфор здесь удивительный на ощупь. Такой белоснежный, красивый зеленый декор. Цветочный, с каким-то определенным орнаментом. И на такой прекрасной юбочке. Внутри золото, и оно в идеальной сохранности. По клейму это Дулёва с датировкой 90-го года. Все чашечки в идеальном состоянии, они великолепные. Я такие еще не встречала. Цена за комплект 1000 рублей. Редкая подставка для соли и перца. Она старенькая, здесь волнистые края, золочение. Такая красивая ручка и декор серо-розовый, конечно, он роскошный. Состояние идеальное с учетом того, что вещь достаточно старенькая. Клейму после 68 года и цена ее 500 рублей. Такая чайная пара пальма, форма киевская. Не так часто ее встретишь. Замечательное крутье, золото, это все ручная работа. Использование 24 карата золочения. Здесь рельефная ручка. С той самой архитектурной особенностью. Внутри тонкий ободок из золота. Фарфор здесь легкий, невесомый и белоснежный. Клеймо старое ДЗ с датировкой 62 года. А блюдце полностью расписано в крытье. Вот в эти веточки пальмы и золото. Фарфор очень легкий, тонкий, невесомый. Чайная пара великолепная, особенно если вы собираете эту форму. Может, вам не хватает такого дизайна. Цена ее 1000 рублей. Поэтому, если вас заинтересовало, то пишите мне на WhatsApp. Состояние всех предметов без сколов и трещин. Такой набор тарелок. Здесь 3 суповые и 3 плоские. Здесь очень красивый дизайн. Глубокие тарелочки. 24 сантиметра. Разбросанные розовые ветки. Букеты, цветы. И такой прекрасный, шикарный, я бы даже сказала, букет в малиново-синем исполнении. И по клейму с датировкой 67 года. Старенькое клеймо, но тарелки великолепного качества. Здесь даже фарфор значительно отличается. Он более приятен на ощупь и прям белоснежный. Таких 3 суповых, они по 300 рублей. И таких 3 плоских, 24 сантиметра, разбросанные веточки, цветы. И снова прекрасный цветок. Именно такой декор и такие букеты я никогда не встречала. Цена тарелок 250 рублей. Комплект очень приятный, очень качественный. И тем более с очень редким и интересным дизайном. Поэтому, если вас заинтересовало, то пишите мне на WhatsApp. Сервиз Дулёва очень деликатный, в стиле минимализм. Подходит абсолютно к любой посуде и достаточно яркий, но при этом сдержанный дизайн. Сервиз представлен на 5 персон. Здесь 5 чайных пар, чайник и сахарница. Чайные пары на форме киевская, с такой же рельефной деликатной ручкой и с ярким серо-оранжевым дизайном. Золото здесь в идеальном состоянии, будто никто никогда этим комплектом даже не пользовался. Золото наложено широкой лентой. Его не жалели. И такие прекрасные веточки. Красивый оранжевый оттенок. И рисунок этот с двух сторон. Чашки легкие, невесомые. Просто тончайшие.
По клейму это дулево. Клеймо такое ставилось после 68 года. Веточки, которые заходят на зеркальце. Золото в идеале. Блестит, сияет и сверкает. Состояние чайной пары витринного хранения. Нету ни сколов, ни трещин, даже следов использования. Цена пары 700 рублей. В наличии 5 чайных пар. Сахарница той же формы. Такие красивые ручки, они рельефные. Мне безумно нравится форма киевская. Она всегда смотрится как-то уникально на сервировках. Шикарный дизайн. Минимализм, просто красота. Такой яркий оранжевый цвет. Веточки. Осенний такой даже, я бы сказала, сервиз. Такие шишки золота. Состояние у крышек в идеале. Они без повреждений. Здесь золото. Тоже в идеальной сохранности. Рисунок с двух сторон. И клеймо. Цена такой сахарницы 1000 рублей. Заварочный чайник с таким длинным и очень интересным носиком. И интересной формой веточки. Сами по себе, кстати, предметы такие более пузатые. И какая длинная ручка. С таким вот рельефом, завитком. Все как полагается. А носик прям длинненький. Крышечка. Без сколов. Сервиз в отличном состоянии. Цена такого заварочного чайника 1500. Поэтому, если вас заинтересовали предметы или, например, целый набор, то пишите мне на WhatsApp. Я думаю, что за такой сервиз в такой хорошей сохранности, с учетом того, что все предметы целые, цена вполне себе адекватная. 12 предметов, 5 чайных пар и предметы чайник-сахарница. Прекрасный набор для дачи, для повседневного использования, тем более с таким очень приятным дизайном. Продажа рассматривается как попредметно, так же и целым комплектом. Смотрю на эти изделия и прям на душе хорошо. Детство свое вспоминаю, мы же выросли на такой посуде. И она всегда была приятна для нашей души, для нашего сердца. Комплект с мимозой. Или, как по-другому называют, рисунок пижма. Шикарная мимоза, ярко-желтая. Редкий, кстати, дизайн. Не так часто его тоже встретишь. Селёдочница длинная, в идеальном состоянии. Красивая и великолепной формы. Сам дизайн тоже великолепный. Клеймо с датировкой 66 года. Изделие достаточно старинное. Цена только селёдочницы 500 рублей. Комплект для специй. Соусница, скорее всего, сметанница и вот такая горчичница. Нежная, деликатная, с таким гофрированным краем. Состояние идеальное, такие длинные крышки. Форму тоже я такую не встречала. Очень интересная ручка, здесь такая веточка. Ручная роспись. Красота. Специальное отверстие для ложечки. Такая великолепная горчичница. Цена ее 250 рублей. Форма здесь, конечно, уникальная. Никогда такие не попадались. Это соусник такой. С ручкой удобной. И рисунок. Мимозка. Дизайн, конечно, великолепный. Форма. На каждом предмете проставлено клеймо. На другой стороне уже сам листочек. Цена такого соусника 1000 рублей. Такая сметанница, я думаю. Но здесь на крышке нет отверстий, поэтому, если вы знаете, подскажите в комментариях правильное название. Скорее всего, я ошибаюсь. Крышка с веточками. Вот это интересная форма. Сама сметанница. Здесь рисунок с двух сторон, яркий с одной и более деликатный с другой стороны. Нравится мне декор мимоз. У нас была чайная пара, она поехала к моей прекрасной подписчице. Она не нарадуется этому декору. Мне очень нравится изделие. И здесь прослеживается вот этот рельефный край. Очень деликатная. Цена ее 500 рублей. И последнее изделие. Это овальное блюдо, предназначенное для рыбы, для картошки, мяса, что угодно. Разбросанные по кромкам вот эти веточки.
и пижма мимозка. Блюдо шикарное, без сколов и трещин, в идеальном состоянии. У форума такие комплекты я не встречала. Мимозка, конечно, очаровала. Поэтому, если вас заинтересовало, то пишите мне на WhatsApp. Можно приобрести целым набором, а можно взять попредметно. Сегодня такой небольшой обзор был. Я немного поностальгировала, потрогала прекрасный фарфор моего детства. Надеюсь, вам понравилось. Если вас что-либо заинтересовало с этого ролика, то пишите мне на WhatsApp. Собирайте хорошие вещи, хорошие предметы и, конечно, цените то, что у вас есть. Спасибо вам большое за просмотр. Всего доброго. До встречи.